На северо-западе Челябинска появился местный хатико. Потерявшаяся собака ждет своего хозяина на остановке педучилища. Неравнодушные люди пытались приютить животное, но оно отказывается уходить с места. У него хозяин на машине уехал, поэтому он на них и лает. Такую душещипательную картину очевидцы наблюдают уже неделю. Пес день и ночь дежурит возле дороги в ожидании своего хозяина. Собака лает на машины, печально скулит и отказывается от еды. Животное ухоженное и имеет ошейник. Люди беспокоятся, что без еды и на морозе собака долго не протянет. Очевидцы гадают, куда мог пропасть ее хозяин. И уже успели окрестить пса челябинским хатико. Неравнодушные надеются, что владелец увидит своего питомца и придет за ним.